Ребятки, мы уже дома. У нас вечер-вечерок. Время 10:30. Я приехала по Бырику, приготовила ужин. У меня сейчас пар. Я вспомнила, что у меня впрок наготовленные были голубцы из молодой капусточки. Они были заморожены. Я сделала такую зажарочку. Лук, морковь, томат, сметана. Бабахнула эти замороженные голубцы. Все, они уже готовы. Лене накладываю кушать. Ням-нямушка сейчас будет. Раз-два и готово, как я люблю. Всем доброе утречко. Завтрак артистический, бутерброд сырный, с альмашкой в прикуску, девочки, собаки. Сразу уши назад, такая классно, тык-тык-тык, как палкой бьет. Кушаем бутерброды с колбасой, да с сыром. Сергей без сыра, потому что сыр не ест, просто с бананом. Сыр не ест, зато бананы ест. И этот, кстати, хорошая халва, я вчера так приложилась. Да, я тоже немного, да. Очень вкусная, поел. Сладкая. Сладкая, да, самое главное. Аппетитная. Пьем. Кстати, она не очень сладкая бывает, слаще, да? Не, мне нормально, как обычно вроде. Ты давно не ел, наверное. Наверное, да. Чай пьем, кофе, у всех все разное. И начинаю свой день. Ласа на балконе закрытыми учит немножко. Сейчас откроем. Сейчас выпустим тебя, сабанаки. Все, вперед. Елена Сергеевна, пойдем. И снова всем привет, ребята. Привет, ребята. Мы уже в машине. Процедуру протирания стекол уже Сергей сделал. Да. Ежедневную. Что, какие сегодня планы? Хоть и солнышко, ветер такой сегодня холодный, но я смотрела по прогнозу, и там и стоит ветрище, ветряка. Вот, какие планы? Сегодня мы, это я только что чихала, поэтому у меня насморк что-то. Едем мы на рынок, нам нужно кое-что купить, мы собираем посылку, канал Папин Движ, у Тёмы день рождения скоро. Всем ну, это привет. Привет вам, с днем ребята. День рождения, уже прошедшим, уже, наверное. Уже, наверное, прошедшим, да, пока у нас видео пока... это выйдет с опозданием. Короче, посылочку отправляем к дню рождения. Вот. Оказывается, ребята, у нас магазины-то открылись. Говорят, что с 1 числа Николаевская область перешла... Куда она перешла? В желтую зону. Желтую, наверное, да. Вот. И у нас якобы открылись магазины. Сейчас мы посмотрим. Вот собака какая. Гавкучая. Маленькая. Смотрите, вот такая маленькая собака. И она так гавкает, гавкает. Хотела укусить да, меня заново. Сзади. Пошла. Мелкие собачки, они всегда этот самый, и трусливая, и хочется ей цапнуть. Да. И они, если делают, кусают, то глядит, сзади. Нагадно. А, ногу одну подняла. Что такое? Вступила куда-то, чешу. Ножку поднимает. У нас, оказывается, сняли локдаун вроде как с 1 числа. Николаевская область перешла в желтую зону. Ура! Наконец-то! Это дети, наверное, в школу пойдут. Мы можем ходить по магазинам. Да, я так были уже соскучилась. Деньги, да? Да, главное, чтобы деньги были. Короче, что мы сейчас делаем? Мы сейчас заезжаем на рынок, кое-что подкупим и на новую почту. Затарабаним, чтобы подарок ехал. Не знаю, успеет он до 5-го приехать за один день. Ну, нет, так, ну, главное, знаешь, чтоб оно пришло. Ничего страшного, если что, получишь 6-го, то такое. Вот, поедет посылка в город Кривой Рог. Что еще? Пробежимся по рынку, посмотрим. Все нам пишут: Юля, картошку все давно посадили. Ну, мы новички в этом деле, мы еще не посадили. Пройдемся, если есть картошка, то возьмем. Нет, значит... Значит, не судьба. Видно, не судьба. Вот. Значит, будем есть пюрешку покупную. Ничего страшного. Потом заедем в строительный магазин какой-нибудь. Нам надо, нам веревку надо. И ведро нам надо какое-то. Ну, короче, потому что магазины были закрыты, мы многое не покупали. Ну, так особо денег немного, но что-то такое по минимуму подкупить нам надо. То, что нам пригодится. Вот, что еще? Лена дома, с нами не поехала. Альму оставили дома по причине того, что нам сейчас мотаться по магазинам, по рынкам. Неудобно, она будет здесь скулить, и рюкзаки, ну, конечно, здесь, аппаратура, да, короче. Поэтому Альма у нас пролетела сегодня, но она хотела с нами. Бедная несчастная собачука. Ей понравилось там.
Что еще? Лена в магазин сходила, ей надо делать много домашки по художке, а у нее закончилась краска, гуашь, пошла. Гуашь 150 гривен, так это еще не самая дорогая, прикинь, небольшая коробочка 150 гривен гуашь. Ну взяла, там будет доделывать все свои хвосты, подтягивать. Так, место надо искать. Обойдемся. О, как хорошо, когда маленькая машинка, раз, везде втискиваешься, мини-джипик. Все, мы пошли. Нет, это оттуда выкатилось, видишь? Надо оттуда потихоньку палочку найти. И выковыривать, да? По выковыриванию ведерочка, да? Так, здесь у нас. Заехали на рынок, ребята, купили там хлеб, булочки, всякое такое, и искали картошку на посадку. Мне все пишут: Юля, уже все посадили, уже давай, давай. А мы все никак. Заехали на рынок в одном месте, нашли, ребята, картошку на посадку, цена 12 какая-то. Он забыл, я забыла, как фирма, он сказал, якась там крута, что все пользуются спросом. Крутая картошка. Короче, крутая картошка. Он сказал, вот такая есть, 40-дневка есть, такая есть, а вот это вот картошка фирмы «Артисты». Мы такие: о, да, подходит. Да, короче, 12 гривен килограмм, ребята. Она уже такая с хорошими ростками, пророщенная. Мы взяли ящик, ровно 10 килограмм. Прям так в ящике нам и продали. Вот, так что будем сажать картошку, но не сегодня. Сегодня мы занимаемся немножко другими делами. Сейчас едем в строительный магазин и так далее. И еще куча дел, короче. Главное, что мы ее купили, мы сейчас погреб поставим. А когда посадим, не знаю. В следующем году, да, я шучу. Найдем день. Сегодня погода солнечная, но прям, видите, как флаг Украины, а? На ветру. Колышется. Ветер сильный и сегодня холодный такой, прохладный. Так что у нас движуха с самого утра, ребята, началась. Мы движемся, а вы с нами. Ребята, а что, мы все взяли? Костя, чек улетит. Угу. Набрали всякого разного. Щетку взяли по металлу. Наша последний раз мы что-то ей чистили, да, эту? Да, рассыпалась в планку. А, эту, нашу, колодец этот наш. Все, бабушка, теперь для воды. И она рассыпалась вообще, но ей много лет было. Взяли такую штучку. Ведро, ребята, строительное. Хоть одно, чтобы было, мало ли, какой-то раствор перемешать. Что у нас, дрель есть. Насадка на дрель, это вот миксер такая есть. Веревку взяли, шпаклевку. Да, блин, что это? А, еще шпаклевку жара эту. Жаростойкую. Жаростойкую. Там в печке что подделать. Вот. И целую моток проволоки вязальной. Потому что у нас вообще нету. Картошечку покажи. Вот она, смотрите. 120 гривен. Смотрите, вот такие вот ростки. Как рога, видишь? О, я вас забодаю. Вот такая проволока. Проволока на сколько? На 100. А, да, я чек возьму, пожалуйста. Да. Пойдем, да, посмотрим. Объясни людям, что почем. Дверь закрыта.
И дергает, дергает. Все. Так. Сейчас посмотрим. Проволока вязальная. Я даже не знала, что она идет на метраж, а на вес. 3 с чем-то килограмма. Так. Щетка. А метром ее, да, считать тяжело. Ну да. Щетка стальная 23 гривны. Шнурок вот этот вот 80 метров. Мы его взяли для того, чтобы был дома веревка. И скважину. Дома нужна веревка. Дома нужна веревка, да. И скважину измерить, глубину скважины. Будем сейчас что-то на конец привязывать и опускать туда. Так, дальше. Ведро строительное 54 гривны. Шпаклевка универсальная, баночка маленькая такая, 15 гривен. Смесь огнеупорная 5 килограмм, 23 гривны. Ну, это... Как она называется? Плиточный клей. Плиточный клей, просто огнеупорный, да. И дрит, этот, железка это. Все, все, как все, у меня голова не соображает. Что мы взяли? Проволоку. Дрит вязальный, оцинкованный, то есть он не ржавеет. А у нас на даче, которая была, то вечно ржавая. Да, да. Этот. Так, за килограмм 37 гривен, у нас почти 4 килограмма. На 144,30. И общая сумма 292 гривны 30 копеек. Все. Хлеб взяли, все у нас есть, поехали. Потому что время... О, а сколько время? У меня сегодня нет интернета, ребята, мобильного. 2 часа дня, пожалуйста. Ого. Нет интернета мобильного, но я не пополняла. Мне жаба давит. Я плачу 300 гривен за интернет, чтобы мобильное это... Подожди, а что, я и позвонить тогда не смогу, если... Мой надо пополнить телефон. У меня на 50 гривен. Но позвонить можно целый месяц. А что, ты не пополнен? Нет. Тю. Короче, я-то думала, что я плачу 300 гривен, а мне он как бы не нужен. Когда я дома нахожусь в квартире, у меня там есть интернет, да, Wi-Fi. На даче, мы сейчас на деревне находимся, у нас там есть интернет, Wi-Fi хороший, крутой. И мне этот мобильный, разве что вот в машине, пока едем, эти 8 минут до дома глянуть там, ну, то есть такое. Значит, надо переходить на другой тариф. 300 гривен дорого. Как бы он не нужен. Он нам нужен будет только на море. Неделю. Ну так потом, когда на море, ну и перейдем на другой этаж. Ну, да. Ну короче, не знаю я, что делать. Слишком дорого. Да? Получается, я 300 за телефон. Ну сколько у нас, смотри, я сейчас тебе, знаешь, что сделаю? Посчитаю, сколько у нас уходит на интернет, ребята. Смотри, 300 гривен мой, 150, аккуратно, 150 Ленин, это 450. 50 гривен у Сергея, но это не интернет, это просто, у него нет интернета. У него просто для разговора. Звонки. Да. Так, а что ты ищешь? Перепарковаться. А зачем? Купить сигарет. А. Короче, 450 и 50, это 500. Дальше, дома 150 за интернет, это 650. И на деревне 200 гривен за интернет, это получается 850. 850 гривен у нас в месяц уходит на интернет. На интернет. Прикинь, на мобильную связь. Я скоро приду. Вот этот магазин Днепро, еще один. А, че, да, они переехали. Переехали, да. Чешово, все. Ну, да, фирменный, да, магазин. Да, переехали сюда. Фирменный магазин — это электроинструмента. Надо будет зайти посмотреть. Пошатались, пошатались. Ходим, рты раскрыв, блин. Везде только бабки, бабки, блин. Надо и то, но все так дорого. Короче, сравнили цены, та же самая. Нам просто электропила нужна. И посмотрели цены вот в том большом магазине, где мы сейчас были. И вот заехали в этот Днепро, это типа фирменный какой-то магазин. Днепро, наверное, украинский производитель. И там та же фирма Фореста вот этих вот пил. То нам показалось, что в предыдущем магазине дешевле, чем у них в этом фирме. Да? И причем так, по-моему, на гривен даже 500, так где-то, да?
и да, выбора у них меньше, чем там. Чем мы сегодня. Они вообще недавно были в другом месте и переехали почему-то, потому что оттуда выгнали сюда. Ну или выгоднее цена, они же арендуют помещение, это все сейчас дорого. Ну люди там вроде есть, топчутся, тусуются, что-то смотрят, покупают. Так, все, едем на деревню. У меня уже пить охота, у меня аж все пересыкало. Да? Не могу говорить, все липнет. Сегодня велосипедистов столько, пораздевались все уже и в шортиках. Последний месяц весны, папка, все. Офигеть. Лето впереди. Только я переживаю, чтобы лето так быстро не пролетело. Я хочу много лета. И долго, длинное лето хочу. Вообще, круглый год лето, это круче всего. Ага. Нет, надо было родиться где-то в Индонезии. В Индонезии? Да. И было бы круглый год лето. Тогда бы ты не встретил меня. Ну да. Так и тебе надо было рождаться в Индонезии. Нет. Я рада, что тут родилась. Не знаю, мне все устраивает. Шили бы себе, не знали бы горе, не знали бы, что такое теплая одежда. Какие-то кроссовки, шлепанцы круглый год. А вдруг жители Индонезии мечтают увидеть снег? Потрогать его, лизнуть языком. Мы тут катаемся, ребята, не просто так. У нас здесь дом, в этом месте. Я каждый раз еду и думаю, блин, это же я еду в свой дом. Да, красота какая. О. Ну, а це ж наше тоже дерево. Ну, здрасте, мы тут убирали. Ну, весь, конечно, весь. Наш. Ну, да. Сирень. Вот наш этот забор идет. Смотри, как красиво. Ой, как оно цветет. Это да. Вишня или что? Офигеть. Сирень. Но они так близко к этому дереву, кстати, да, друг другу мешают. А эти? А тут тюльпанов нет, тюльпаны с той стороны. Эти пионы, смотри, как уже, да? Угу. Прикольно. Вон тюльпаны, покажи. А, да, с той стороны. Тюльпанчики. И тут дерево у нас. Тюльпанчики. Красивые, да? Ох, ветер дует. Так, Жук, ты нас встречаешь или что ли? Привет! Привет, Сабанак! А где Костян? Вот, а, вот он ты. Да. Ты уже тут. Ой, а тут какие тюльпаны, смотрите. Вон оранжевые. Оранжево-красные. Так, а Жук, а ты подоедал еду свою, чини? Так он плохо эту кашу. Да, конечно, повыедал этот самый. Вот тоже выкинуть надо. Это не доел. Повыедал мясо, блин. Тут надо воду поменять. Короче, ты плохо кушаешь, друг мой. Ой, ой, привет. Ой, скучал. Только не писай на меня. Не писай на меня. Ой, привет. Привет, собачки-тки. Собачки-тки. Хорошие мальчики такие. Хорошие. Да ладно, уже не знает, как прижаться. Уже прижался сильно-сильно. Все. Уже сильно-сильно. Да, показал. Показал, как сильно-сильно скучал мальчик. Очень-очень. Очень-очень я скучал. Ой, мама за тобою. Очень-очень я скучал. Да, небось лежит тут, слушает звук машины. Когда же приедут уже? Когда моя мамка? О, блин! Мамка! И накормит меня! И накормит! Ой! Иди, иди сюда! Да ты сейчас это самое! Надо же отпустить тебя! Сейчас мы занесем вещи. Опа! Подожди! Ой! Цепью меня! Ой! Хорош, хорош, хорош! Это любовь! Это любовь просто! Называется. Просто он как-то иногда грубит. Грубиянин. Грубиянин. Так. Жук, грубиянистый. Что я беру? Давай вот это. Так. Давай мне сюда что-то. Донесешь? А ты сможешь папка щелкнуть? Да, я смогу. Я щелкунчик еще тут. Так, закрываем. А закрыть потом, да, еще? Оп. В гараж, да, пап? А картошку надо в этот. Куда? В погреб пока поставить. Ну, только веревочка будем скважину измерять. Шнурок крученный, полипропиленовый, колеровый. Ребята, пока записывали быстренько видеоролик, на наш второй канал цены нет, не забывайте заходить, смотрите, там самые-самые свежие новости выходят. Будем мы заниматься, не знаю,
Не знаю. Короче, ищем какую-то штуку. Мне кажется, нет. Ищем какую-то штуку, чтобы использовать, ребята, измерять на шнурке, привязать, измерять длину, глубину скважины. Что-то такое тяжеленькое. Будем искать. О, а это что у нас такое? Это для Соньки. А, это присоска, да? Да, да. Мы ее пробовали, короче, да, я покажу. Угу. Присоску на стекло, чтобы в машине съемку производить. А она, зараза, все равно от этого. Отстает и в какой-то момент может отпасть. Хотя липучка такая большая, присоска. А она все равно, блин, не рискует. Гайку можно, ну что угодно. Можно пару, а есть там большие гайки? Вот здесь вот. Мы тут уже набордачили с тобой, да? Надо здесь уже налетели повторно. Налетели друг дожди, набордачили. Налетели друг дожди, ты меня, мой милый, жди. Я приду к тебе, приду. Спинку всю тебе помну. Ребята, нашли вот такой вот кран. Он тяжеленький. И как раз вот так вот можно будет прицепить, хорошо навязать. И еще и страховка у него есть, да, что не отпадет. Короче, кран. Только закрутить его надо хорошо, чтобы не выкрутилось. Да, мне нормально. Выпало. Все, идем, ребята, мерить скважину. А ты что, привязал уже? Да. А можно мне посмотреть? Ну, конечно. Не доверяет ничего, мать. Все проверяет, все проверяет. Да. Ну, я такая. Что я могу подделать? Должна все видеть, все знать, что происходит, где и как. Тем более без меня. Так, что, сначала меряем до воды, да? Угу. Блин. Все, ребята, замеряем, сколько тут до воды. Погнали. Давай, я держу, да? И ты, чтобы мы это контролировали. Процесс. Да. Немножко веревка скручивается. Так. Вода, да, уже? Нет. Нет? Опа. Есть. До воды достала, да? Все, погнали дальше. Погоди, надо замерить сколько. Все. Сколько до воды? А, давай. Пять. Да? 5 метров до воды получается, не 6. Ну, либо да. Она поднялась. 5. А Славик казал 6. Так. Так, ты держишь там палец, да? Дальше, по-моему. А, уже не зачем держать палец. Мы просто теперь опускаем. Да, да. И Костик с нами. Все, погнали. Юх. Сейчас так раз и 50 метров. Да ну нафиг. Да. Идет. Оба. Все? Все? Подожди. Да. А, да, да, можно? Все. Можно да. Я попробую? Давай. Он еще уходит. Да нет. Не? Все, видишь натяжение? Нет. Можно? Да. А, все, да. Все, вот это до воды. Он лег. Вот все, я поняла. Прикольно. Все, погнали. Так слушай, так это не сильно глубокое. Да нет. Раз. Отсюда. Два. Три. 4, 5, 6. О, слышу хлюпанье. 6, 7, 8, 9. Ну, 10. 11. 11 метров, минус 5. Итого 6 метров. 6 метров водяной этот столб получается. О, так мы хотя бы теперь знаем. Ну да, 6 метров водяной столб. Как в магазине рекламируется. 5,5 советую, где-то, да. Угу. Все, мы теперь знаем характеристики нашей скважины, ребята. Классно. Будем, сейчас надо посмотреть. Да. Что именно надо. Будем какой выбирать насос. Ребята, на канале цены нет. Понимаешь, что я уже говорить не могу. Чуть-чуть, да? Да, на канале цены нет. Вышел видеоролик, мы сообщили, что нам зрительница, наша зрительница подарила нам деньги на насос. Да.
Поэтому мы сейчас, спасибо ей огромное, спасибо, большое. Спасибо. Мы постараемся спасибо. Взять насос, чтобы он, дай бог, долго и хорошо служил. Поэтому мы все это так щепетильно к этому подходим. Измерили, чтобы максимально от этого зависит долгосрочная работа, ребят, насоса. У нас будет насос скоро. Но мы еще не поняли, покупать в магазине или в интернете. Будем мы дальше еще посмотреть. Сегодня мы заезжали, еще раз посмотрели цены. Нам показалось, ребята, что в интернете все-таки цена дешевле. Но опять-таки, смотря на сколько, может быть, там что попуталась она, да? Угу. Жалко, блин. Да еще распутаем. Этот самое. Насколько? Так, ну да. Насколько цена в интернете? Если там отличается, она, допустим, даже на те же гривен 500, то можно и взять у нас, ну, не брать в интернете, потому что доставка, он тяжелый такой насос, выйдет доставка дороговато. Вот, такие дела, короче. Спасибо большое за подарок, насосик. Ну, фирму мы уже выбрали, определились, фирма «Водолей». Считается у нас самая такая ходовая, распространенная. Вот. Слушай, а этот достали, он без муляки всякой, да? Ну, вот грузи, которые мы опускали. Вода, и прям на руках нету ничего, вода чистая. Да. Представляешь? Прикольно. Классно. Все, пойдем есть. Да, серьезно? Да. Что, ну за все мы поработали. Замерили скважину, нифига делать. Нам пишет, а, все, видно, артисты устали, уже мало работают. Сдулись. Сдулись. На видео только едят. Нет, там вышел ролик мукбанга, но это же в один день. Мы поработали полдня на огороде, извините меня, а потом сели мукбанг снимали. И день поделен на два разных видеоролика. Это шутка, ребят. Поэтому... Не работали мы на огороде, так просто. Не слушайте его. Вид, ты слушай, так сегодня будешь наказан. Наказан, Сережа. На угол, на горох. Шучу. Нет, конечно, работаем. Росоролик, ну, я, кто не понял, дата указана под видео. Смотрите по дате. То есть, мы, бывает, когда много наснимали, то за один день видеоролик мы делим на две части. Поэтому во второй части вам показалось, что мы только ждем. Да. Так. Хотите, хотите? Thank you.